У преподавателей Юргу появилась отличная возможность помериться силами в дружеском первенстве по настольному теннису, которое проводится в рамках спартакиады «Дружба-2015». В этом году на соревнования приехали команды из 8 городов. Прежде всего, как любое соревнование, как вы знаете, сейчас всевозможные мировые чемпионаты наши там по Европе, они как-то популяризируют тот или иной вид спорта. А популяризация этого вида спорта очень велика настольного тенниса, потому что к нам приехало вот сейчас 8 команд. Большая география соревнований не мешает найти общий язык среди соперников, где после сыгранной партии оппонентов можно застать за обсуждением плана на предстоящий семестр. Там на соревнования, как бы они сохранились и не утратили своей актуальности. Это дружба. Поэтому встретиться, познакомиться с новыми людьми. Некоторых мы знаем так вот, по спорту. Ну вот, в общем, так. То есть будем бороться, стремиться и дружить. Юргу будет принимать соревнования по настольному теннису еще 2 дня, где мужчины и женщины смогут помериться силами как в командном, так и в личном первенствах.